Глава Сената парламента Республики Казахстан провела в регионе несколько продуктивных встреч и посетила несколько объектов в регионе. Целью поездки стало ознакомление с ходом выполнения государственных программ, работы маслихатов разного уровня, сбор проблемных вопросов. О состоянии региона и решении неотложных проблем предложено поговорить на парламентских слушаниях, посвященных развитию региона. Во время рабочей поездки спикер Сената парламента Республики Казахстан Дариға Назарбаева посетила кораблестроительный завод «Зенит», где ознакомилась с работой предприятия. В беседе с руководством и заводчанами было отмечено, что необходимая нормативно-правовая база развития работающих на оборону страны предприятий в данное время сформирована. А в начале года был принят закон об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе. Также Дариға Назарбаева отметила, что правительству необходимо вести системную работу по поддержке таких предприятий, размещая заказы именно здесь. Также председатель Сената парламента страны встретился с руководителями национально-культурных центров и представителями молодежных и волонтерских организаций. В разговоре с представителями региональных средств массовой информации речь шла о новых вызовах в современном мире. Также журналистам предложено принять участие в разработке государственной стратегии развития отрасли средств массовой информации. Кроме того, Дариға Назарбаева побывала на пункте пропуска СРМ, на работу которого поступило большое количество жалоб. Для улучшения пропускной способности пост был расширен, обеспечен дополнительными полосами движения. Полностью была улучшена его инфраструктура. В данное время заторов на пункте пропуска СРМ нет. Этот пункт был открыт в 2003 году, и в то время его пропускная способность соответствовала расчету 8000 единиц транспортных средств. 4 полосы движения, которые не обеспечивали ту пропускную способность на сегодняшний день. И были приняты, соответственно, кардинальные меры по расширению пункта пропуска. Было оборудовано 8 полос движения, 4 на вес, 4 на выезд. Как вы видите, на сегодняшний день очередя отсутствует. То есть все полосы движения используются в реверсном движении. Можем использовать как на въезд, так и на выезд, если отсутствует въезд с одной из сторон. Также во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область председатель Сената побывала в акционерном обществе Западно-Казахстанская машиностроительная компания в Уральске и ознакомилась с экологической ситуацией на реке Жайык. По данным Казгидромета, с 2017 года воды в реке стало меньше на 30-40%. Местные жители отмечают, что последние десятилетия река не выходит из берегов даже в паводковый период. Спикеру Сената показали замер, где в некоторых местах глубина прежде полноводной реки составляет лишь 50 сантиметров.